посохом бегает, как я. Блять. Что-то косты, короче, 1440. Это при том, что уже Алик там просто косты дохерища. На крит поменяй, который на кресту стоит. А там получается багруха будет крит и хоста. А вот этот спасите. Амулет, блядь, я на под щит... этим деревом. Ой, на холле креста, мне который нужна там вроде помощь. Хосты. А, блядь, там крита нет. Я тебе говорю, что камни на крит поставь. Скоро ты присоединишься. Там какие-то Т-10, которые на ШП надо посмотреть. Но надо еще, блядь, стеринас. Эти камни, говорю, поменяй, ты мне про стеринас. Меняй камни на крит, ебашь камни вместо хосты на крит, и все. И проблема с хостой решится. Там 1400 ШП надо 1268, зачем больше? Ну, там тебе камни по-любому стоят, шмотом собирается 1290 вроде. Так ты одевайся в обычке, а не в гере, и нормально все будет. Хостой не будет проблем. То есть удалить шмотки 277, да, и в обычку. Ну да. Те, кстати, не знаю, локом, когда где-то был 7.6.1, 6.2, это может лучше, чем 6.5. 6.5 стало, оно как-то не дамажится. Когда ты старался, а потом расслабился. Может. Времена другие были. Мысли другие времена. Что-то работало как надо, что-то было поломано. А? Помню, было еще каска с прото стакалась. А, вспомнил тоже. 2014 год. 13. Помню, 11 проб было, да, там бонусы от каждой пробы. Помню, лич с пиздюлями был, бил 50 тысяч. Ну, помню, шипы друида первого левела, когда там один хлопчик пошел в резку, шипы кинул на себя и Калиона убил. Не знаю, дали ему бан, не дали. А как Калион его не убил? Ну там они багрис, они ваншотили просто любого. Закидаешь на себя шипы первого уровня друидские, и все, и тебя бьет и умирает босс. Найс. Я помню, в ЦЛК ходили на совете, присты раскидывали по КД на двух боссов, у которых вот ХП неактивно. Эти сковывания нежити, они тупо стояли, били третьего в это время. Сейчас причем... помню, как Валунара вытягивали в комнату одного. Да, 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 вот в эту комнату вытягивали, где сфера сейчас, и там его били. Вспомнил, что ты... вспомнил тот факт, что ты, Ваня, делал один удар в 10 гери, и она умирала. Когда приходил на гниломорда, у него пол хп, но это такое. Подожди, я так вот не понял, на Вармене там что, ППГ нету как такое, как у нас там, ну хило. Там нету ППГ, там тупо, короче, надо сумму все делать. Что, типа летать смонить надо? Да. Тебе деньги верну, короче, персов можно удалять. Ты че говоришь, что я тебе дал 70 голдана в Армении, это дофига. Ну я там сумки купил, там навык выставил, там 55 уже. Ну не страшно, типа, ты если что пиши, я там еще дай литров поделаю, я еще 200 голда подниму, я еще скину. Ну потом будет время, пойдем, я тебя прокачаю, типа, чтоб полегче. Кто
какой там уровень? 20. Ты ее только вчера скачал вечером. Я так без напряга играю, там профы качают такое. Какая-то напряга. Сколько у тебя там КД БР? День? Не знаю, где вообще нет. Ты пустишь там? Почему-то в друле нет рясовочки, это пиздец. Нет, у меня есть ресточка, на 20 уровне не выучил. Так я просто не втыкаю, типа, мы как-то пошли с Димой в эту, в кузню крови, типа, пишу другу, типа, рез. Он, типа, пишет, типа, что у него есть только БР. Я такой, ебать, что за хуйня. И когда день на вставалку шамана? Нет, там на все способности Вара, ну вот, например, у Вара есть реталы отражения, ШВ, и это херня крит, безрассудство. И у всех их одно КД, то есть если ты юзаешь ШВ, то вешается КД и на отражение, и на безрассудство, и КД 30 минут. Мисиги и Джерион, выкините мне пати на Вара. А, только ты зайди на него. Я на нем, блять, я уже плюсую хуевокую время. Ты сказал, что ты выйдешь, потому что у тебя проц греет, что ты хочешь. Да, так я зашел и плюсую. Отец. Это можете, короче, начинать, а я релогну сколько. Ваши муки станут платой за это вторжение. Ну вот мама Япанк просто стоит в рейде с меткой. И, кстати, там вмешательство только на 70 уровне дается. На 70? Да. До 70 его нет. Нормально. Кто там криты нравится? Типа, я недавно просто варом кританул по кресту 3500. А хп там максимум, типа, при 111 тысяч. Мне тупо такой прозрел уже. Дайте кулак там, пожалуйста. И по максимуму там у приста 11 тысяч хп. Ну типа если он одет и туда-сюда там зачарит. Нет, в ПВП шмоте там по-моему 12-ка. Нет, там в приста 11 тысяч. Паладину дайте, пожалуйста, кулак по хантам. Там лок был, короче, 14 что ли собирал. Не знаю, лока не видел. Но там все равно хп не показывает соперника, там просто пишет 100%. Я еще аддона не нашел, чтоб показывал хп. Ну не сказать, там. Чтобы тащит этот ПСЛСЛ ебаный, блять, он пул весом тащит. Что это такое? Там, короче, связка души и сифон лайф, типа, вот, который... Начинай, Славика, Даня там заберет первую, а она креет вторую, все, давай, бегу. Страдание.
страдания. В мире хватает героев и без тебя. Чё, подымитесь там, Ригель. Подымите, Ригель. Ребят, у всех виснет. Да, так, Александр, что? Не, у меня всё нормально. Дайте кулак поварам, лапу. Пожалуйста. Кулак и лапу поварам, плиз. Души. Лапку дайте, пожалуйста. И достаточно, нахуй, больше нихуя не надо. Не успели понять, что происходит. Кадур. Рыбка, есть у кого-то? А, да, стойте, не пуляйте, постой. Перед Халеоном, с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный. Идите там, рыбу. Пошел, Рыбку. Тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Начинать. Их нужно остановить. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. О, нихуя себе бурстанул. Назойливая мошкара. Да. Рубиновое святилище пало. Смотрите, кон останчит свет и голем. Бой тьму. А на крель мелкий трэш. Батлы рэп, смарткил, Мирилин, вы напуливаете на накрель мелкий трэш, но на третьей фазе, как только выйдете, напулите все на Коноса полностью. Дальше. Мозгачок, ты сможешь подиспелить метки на третьей фазе? Да, попробую. Ну, не надо, да, попробую, или да, или нет, давай так сразу. Ну, давай. Ну, давай, Мозгачок, подиспелить метки на третьей фазе, так, Хилик, это его страхуй, если чё. Четвертая пати остается добивать големов, кроме Вудиалина. Вудиалин заходит в этот. Посмотрите, какой вы пати, Хирик, это уже в четвертой пати. Вроде все. А, да, колобонус ты диспелишь во тьме на второй фазе и на третьей, и в святой, на первой. Вроде все. Да, все. Правда, с тьмой релить будет не очень удобно, но ничего, попробуем. Так пусть Ваня порелит. Какой шаман где? Ваня, ты поговоришь? Да, давай. Плохо, поставь камни. Так, шамана даже не знаю. Давай, черный ремонт, свет, триггер во тьме. Скафалом вместе туда, друиды по инерам. Дарксайд заливаешь лимону на второй фазе, когда зайдет во тьму. Пижон заливаешь ригелю, когда зайдут во тьму. Кому, ригелю? Да.
Так, ну вроде все, чек на пул. Присты на второй фазе, бейте взрывом пока, да. Так, выщер голос, давайте все готовы, нахуливайте на Войда, слава начинай. Четвертая пати, кроме демона, оставайтесь дельфовать. Близко не стойте, отойдите от Хариона. Поворачивай на ринг, поворачивай. Готовь, Сакфа, протопал. Давай, Сакфа. Да, нормально. Диспал. Так, смотрим, метеорит, а метеорите не дохните. Мама, я панк, ты тут? Он, походу, вылетел. Стоял там. Я здесь его втыкал. А без Берри, мама, я панк. Берри его. Давайте, бьем, переводим. Слава, заходи, как начинал. Рейд, заходите, как начинали. Так, рейд, на ХП. Четвертый объем. Сука, не сбивайте мой крик, он 6 минут, блядь. Злой поставил метку, там во тьме звездочку станьте. Скажите, когда можно будет зайти. Заходить. Пропускайте лезвие, ближе к морде выносите. Друиды инры своим шаманом. Черный ремонт так по мане сел. Капец. Это который прям? 55. Дайте приста баф во тьме. Стамину и от тьмы. 52. 51, после лезвия будем выходить. Портал только не залейте. После метки. Смотрим, метка, пулпер выноси. Выходим в свет. Так, свет выходим. Мазача выходи, рост свету. Свет рост. Присты бейте через взрыв. Анакрир выноси. Диспел. Джим падает. Смотрим, лужи на лужах не дохните. Лужа нормально. Так, свет, играем по трэшу. Рост во тьме. Мороз давайте. Сала, бей большого, не бей мелких. Присты через взрыв. РДД, бьем большого. Халена свет не бьет. Стоим, бьем Халена. Бьем Халена. Где там метеорит? Бежим. Бежим. Так, свет Халена не бьет. Свет стоп. Ждем трэш. Лужа в рейд. Аккуратно. Играем по трэшу. РДД больших, мелики маленьких. Киртиконоса. Отводи дальше. Мазгача, в гимн на ману дай. Отведите мелких, отведи.
Давайте свет бьем Халиона. Бежим. Так, уже смотрим. Давайте Халиона пока бьем. Давайте по трэшу играем свет. Давайте свет, только трэш бьем. РД больших, мелики маленьких. Так, давайте РД бьем Халиона. РД бьем Халиона. Черный лимон, выноси хильки. Протопал, чат хэпал хилило. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Смотрим лужа. Нормально. Играем по трэшу. Хиликом выноси. Отведи трэш мелкий, отводи мелких. Отводи мелких быстрее, отводи. Нормально. Свет только трэш бьем, свет только трэш бьем. Только трэш. Не бьем Халиона. Давайте Халиона не бьем, стоим ждем свет. Не бейте Халиона. Ждем 60 и будем добивать на той стороне. Ханты. Бежим. Все, напуливайте трэш, добивайте Халиона. Лужа в рейд. Черный лимон. Добивайте Халиона, нормально, ничего не стопайте. Трэш мелкий не бейте, бейте Халиона. Мерлин, вынеси. Все, молодцы. Изи доп, епа. Только пока не начисляйте. Фигня вот. Сапог. Надо кому-то сапог. Дайте порт, пожалуйста. Игрель, ты на офиспек ролишь? Там за 10% Джерри на эти тапки отдавай, бесполезные нахуй. Спасибо.